Здравствуйте, за кадром Ирина Приходько. И сейчас мы с вами проведем маленький эксперимент над маркером, водный маркер для ткани, для выкроек, используется в пэтчворк для прорисования линий, которые исчезают после соприкосновения с водой. Отличительная особенность – это знак фирмы. Обратите внимание, что очень много маркеров, похожих есть, китайских, но мы будем именно работать сейчас с маркером Marvei Япония. Вот смотрите, здесь у меня есть лоскутный блок маленький, который я использовала для пошива носочка новогоднего. Ему уже месяц, то есть, смотрите, линия такая же яркая, четкая, и посмотрим, как он будет реагировать после соприкосновения с водой. Я тоже эксперимент провела на носочке. Все было шикарно, но это было все сразу. Вот теперь другой кусочек возьмем, тоже ХБ обычное, и атласный кусочек. Сейчас я нарисую на них линии. Рисуются хорошо, линии четкие. Они даже, когда начинаешь рисовать, писать или обводить выкройку, они немножко сначала светлые, но потом дальше цвет как бы проявляется, и все линии становятся четкими. Вот смотрите на шелке, да? Сейчас покажу ближе. Шелк я немножко наклонила, и получилась такая более толстая линия, да, расплылось. На хлопчатобумажной ткани все четко, ровно. Теперь я беру воду и первый кусочек. Я только его окунула, и уже, смотрите, линий нету, да? Синих линий нету. На цветном видно как раз взаимодействие с водой, да, но линии самой нет. Сейчас он высохнет и будет идеально чистым. Так, то есть этому у нас рисунку было месяц. Линия все равно исчезла. Следующий. Хлопчатобумажная. Даже видно, да, как она раз и исчезает. Отожму, чтобы вам было, нам не капало никуда. Смотрите, тоже идеально чистая белая ткань осталась чистой. Теперь возьмем шелковый, да, кусочек. Мы же на разных тканях хотим пробовать. Моментально исчезает. Данные маркеры у нас, открою маленький секретик, будут участвовать в розыгрыше. Черный маркер для тканей, он идет для обводки. Не требует закрепления на ткани. То есть, когда вы рисуете на ткани, что нарисовали, обвели контур. Этот маркер у нас идет с блестками, мультиблестки. Я им еще не пользовалась, я его хочу оставить, экспериментировать его уже на календаре Адвент. Елочка. При украшении самих игрушек. И вот сам этот маркер, с которым мы сейчас поработали, сделали эксперимент. Я с этим маркером шила новогодний сапожок. Смотрите. Приглашаю на мастер-класс, на розыгрыш. Вся информация будет скоро в ближайшем посте. Всего доброго. До свидания. До встречи на мастер-классе.